Владимир Волков встретился с активной молодежью Люберец. В формате открытого диалога обсудили основные вехи истории возникновения и развития Конституции России, которая была принята всенародным голосованием 30 лет назад, а также поднимали вопросы развития образования, культуры и спорта в округе. На встрече работала наша съемочная группа. Здесь собрались студенты вузов и средних специальных учебных заведений. Через год-два многие получат специальность по государственному и муниципальному управлению. Поэтому услышать из первых уст о приоритетах в работе местной власти особенно важно. Город являлся всегда промышленным и сейчас таким же остается, при том, что у нас ведется очень активное жилищное строительство, очень активно строим социальные объекты, сады, школы, спортивные объекты, стадионы, мы создаем новые парки, вкладываем серьезные деньги в инфраструктуру. Создаем спортивную инфраструктуру. У нас никогда в масштабе такой профессиональной лыжни в Люберцах не было. Сейчас у нас две трассы, одна 8 километров в новом парке, другая 16 километров. Она проходит по территории Томилинского лесопарка. Ежегодно здесь проводят турнир «Люберецкая лыжня» и соревнования по спортивному ориентированию. Активно развивается в округе и киберспорт. Первая в регионе Федерации была зарегистрирована в Люберцах. В организации состоят более 100 человек, но для проведения соревнований нужно помещение. Мы движемся к реализации, именно нужна площадка, помещение, техника, оборудование, ремонт достойный. И дальше поддерживать все ваши задумки. Мы 100% его реализуем. Давайте сделаем, чтобы люберцы были действительно кибер, без лишних слов, киберстолицей спорта. Что люберцы всегда были территорией спорта. Уже в следующем году в округе приступят к строительству центра водных видов спорта. Первых посетителей объект примет в 2025-м. Говорили на встрече и о поддержке и реализации молодежных проектов. Диалог с главой очень важен, так как активная молодежь регулярно задает вопросы по улучшению, по реализации своих проектов на территории городского округа Люберца, либо предложить какую-то интересную инициативу для улучшения молодежной политики. И наши реализации, которые мы предлагаем, они реализуются и выходят на новый уровень. Такие встречи в округе проводят регулярно. Следующая состоится в январе, в преддверии Дня студента. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.